Нигас живет в приюте Мурдом практически с самого основания. Волонтеры забрали кота с улицы. Жизнь в условиях выживания сказалась на Нигасе и его здоровье. У кота подранные уши, проблемы с дыханием, астма. Нигасу нужно дышать специальным ингалятором 2 раза в день. И это еще не все. У Нигаса обнаружили серьезное ранение. Как у Форреста Гампа, ранение на $1 миллион. У него в бедре пуля, по нему кто-то стрелял из пневматического оружия. И врач сказал, что на тот момент пуля уже достаточно давно находилась в его тканях, поэтому вытаскивать не было смысла, поскольку уже она никуда не двигалась. И мы решили кота лишний раз не травмировать. Нигас уже взрослый, ему 8 лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, кот ласковый, миролюбивый, спокойный, любит детей. А еще у Нигаса шикарная черная шерстка. Мы понимаем, что это сложно, но нам очень хочется найти для него дом, потому что мы понимаем, что он заслужил это, и что та семья, которая его заберет, получит прекрасного друга на всю его оставшуюся жизнь, и это будет замечательно. Поэтому, да, мы все-таки надеемся, что такой человек найдется. Максима в приюте ласково зовут Максюша. Котику примерно 8-9 месяцев. Уличная жизнь тоже привела его к проблемам, к хроническому риниту. У Максима периодически бывает насморк. Кот вакцинирован, но пока не кастрирован. С питомцем можно прийти познакомиться. Это чудо-ребенок, просто чудо, он очень ласковый, он мурчащий, он будет просто вот по вам лазить, о вас тереться, ну то есть не захочет слезать с рук, он очень любит ласку, он максимально контактно ориентирован на человека, он прекрасно уживается с другими котиками, как показывает наша практика его нахождения в комнате кототерапии. Максим любит играть с детьми, поэтому волонтеры рекомендуют взять котика в семью с детками. Один из этих обитателей приюта Мурдом может стать вашим другом и членом семьи. Чтобы выбрать и забрать хвостатых и задать интересующие вопросы, звоните по телефону 8-908-762-09-51. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.